Друзья, всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня приготовим вместе печенье на скорую руку. Такое печенье прекрасно подойдет к чаю или кофе, готовится очень быстро, получается очень вкусное и просто тает во рту. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Полный список я вам оставлю в описании под видео. Сливочное масло нужно подготовить заранее. Я его достала из холодильника за несколько часов. Оно у меня очень-очень мягкое. В масло добавляю буквально 2 столовые ложечки сахара и перетираю венчиком. Затем добавляю сюда 2 столовые ложечки меда и 1 яйцо. И перемешиваю все до однородной консистенции. Желательно, чтобы яйцо было тоже комнатной температуры. И теперь частями в несколько заходов просеиваю муку. На начальном этапе я буду добавлять 200 грамм, потом буду смотреть на консистенцию и по мере необходимости добавлять еще. В описании под видео вы найдете точное количество муки, которое мне понадобилось. И просеиваю 1 полную чайную ложечку разрыхлителя. Сначала буду перемешивать лопаткой. Просеиваю следующую часть муки и продолжаю перемешивать. Может понадобиться чуть больше или меньше, плюс-минус 50 грамм. Это зависит от размера яйца и от качества вашего меда. И потом уже, когда становится тяжело перемешивать лопаткой, будем домешивать руками. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, и не липнущее к рукам. Посмотрите, в общей сложности мне понадобилось 200 грамм муки плюс 2 столовые ложки. И теперь беру тесто и с помощью скалки, у меня вот такая узорчатая скалка, но это совсем не обязательно, можно раскатать обычной скалкой. Буду раскатывать тесто в пласт толщиной примерно 0,7 мм, не слишком тонкий и не толстый. И теперь с помощью любых формочек вырезаем печенье. Также это можно сделать обычным стаканчиком. Из остатков теста тоже раскатываем пласт, вырезаем печенье и перекладываем на противень. Духовку ставим разогреваться на 180 градусов, подготавливаем противень. Я застелила противень пергаментной бумагой. Выкладываем примерно на таком расстоянии, 1 сантиметр, чтобы при выпечке печенье не слиплось. Отправляем запекаться печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 15 минут. Через 12 минут приготовления можно открыть и проверить. Запекаем до румяной корочки. Друзья, печенье у меня запекалось ровно 18 минут. Достаю его из духовки. Друзья, печенье я переложила на блюдо. Получилось оно очень вкусное, красивое и ароматное. Я уже попробовала. Ставим чай, кофе и подаем к столу. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.